Так, крестиков больше, шаг 16. Всем привет. Добро пожаловать. Так, моя борозда. Вот сейчас свет как раз так падает. Ты просто не разутюжилась она. Но, в принципе, я вышиваю, потом будет все нормально. Так, сегодня у нас надо отдыхать. 800 крестиков. Тут у меня типа такая крыша должна быть над верандой. И сама веранда внизу. Я планирую сегодня здесь повышивать какое-то место и вот перейти потом на фон. Сложно тут большие продвижения сделать, потому что идет хороший разброс, но тем не менее, если не получится сделать нормальный бросок, то перейду на фон, его тоже надо вышивать. До встречи! Игра 300 крестиков и больше, 16 шаг. Итак, сегодня будем колупать вот эту часть. Мне надо 2044 крестика. Задание надо count. И следующая цифра, сколько цветов в работе, солидов. У меня 20 аида и 44 цвета. Бленды я не буду брать. Потому что с блендами на 400 крестиков больше. Не будем рисковать. Так, 16 шаг пошел. Так, я вам покажу сагу. То, что сейчас готово. И сейчас я себе сделаю спринт новый. Так. Стираю. Пишу. 16 шаг. Где там? Ок. Все, в общем-то, я пошла. Я не пользуюсь вот этой штучкой. Типа перестала вышивать, значит, отключила. Нет, у меня все время работает, чтобы не было никаких сбоев. Поехали. Так. 13 марта, 3 часа ночи. Всем привет! Да, я не сплю. Почему не сплю? Потому что я сейчас сидела, вышивала. И слава тебе, Господи, наконец-то 2175 крестиков готово. Напомню, что мне надо было вышить 2044 крестика. Отражение — это, как всегда, моя помощница новая, которую я все никак вам не сниму. Позорище. И давайте посмотрим, что готово. Забегая вперед, скажу, что готов чердак. Я не знаю, как это по-другому назвать. Короче, верхний этаж дома уже готов. Фундамента пока нет, но дом вот так вот он выглядит. Короче, раньше было тут вот эти вот крыши, еще не было вот этих вот скосов, их еще не было. Я даже отдалю дальше, потому что чем дальше смотреть, тем понятней изгибы и объемы дома. В общем, я тут шила. Тут это получилось 1700 крестиков. Но я вам скажу, что это сложный был участок. Понятное дело, сколько переходов, все. Вот эта вот темная часть, тут два темных цвета. 939 и 823 и немного 310 вот здесь вот было. Так, надо помнить, что это не отчет, это просто шаг в игре. Вот это вот тут белое. Пока... не вырисовывается мне ничего, как бы объема такого нет. Понятное дело, что крыша помогает, но тут надо доделать, тогда будет все понятно. Я продолжаю вышивать по цветам, и в общем, я уже такая думаю, господи, если я продолжу сейчас тут что-то еще колупать, то я точно опоздаю. Поэтому я перешла на фон, ну его тоже надо вышивать. Как раз, может быть, как раз для этих случаев фон и есть. То есть я вот здесь вот его тоже закрыла по высоте. Он тоже тут где-то был. Я вот так его по чуть-чуть по одному цвету выполняю.
Давайте я покажу, что это по схеме. Вот, видите как? Я просто стараюсь. Тут у нас уже два значка. И я стараюсь. Они очень близкие по оттенку. 819 и 225. Я уже помню цвета, значки наизусть. То есть, что я буду делать? Скорее всего, что я сначала вот эту вот палочку сделаю. А потом уже палочку с квадратиком. Ну, вот так вот фон я и вышиваю, чтобы не путаться. Я понимаю, что фон это не тот оптимальный момент, где надо сильно переживать за ошибки. Но опять-таки он состоит вот еще. Вот этот вот значок, решетка и крестик. Значит, решетка это 762 и крестик 3756. Но если у вас есть это на палитре, то вы увидите что-то практически одинакового по тону нитки. Такие бледненькие. Ну, какой-то теплее, другой похолоднее идет. Ну, в общем, нужный объем они создают, конечно, переход. Но тоже важно их не путать. Поэтому фон я вышиваю по чуть-чуть, без особых там каких-то движений. Вот видите, да, то есть я стараюсь потихонечку его кромсать. Это бленд. Просто уже сегодня было, честно говоря, облом его заправлять. Сейчас мы перейдем к дому. Вот, как бы, вот я вам тут покажу, и вот эта часть идет здесь. В принципе, разброс значков небольшой, но выстраивать конкретику, ну, то есть вот такое, выделять как-то значки, перераспределять группы, да, я все равно это делаю, даже, понятное дело, что сага дает лучше мне это делать, быстрее делать, но все равно это время. Вот еще дом. Можно было остаться здесь на белом повышивать. Но опять-таки, вот это место, где есть квадраты, где я просто спускала нитку вниз. Ну, у меня такая методика, ничего не могу сказать. Хочу я сделать домик вышить. И потихоньку, если по игре надо будет, буду фон. Ну, как буду, надо фон. Фон это как раз тот момент, когда идет большой объем за 3 дня. А вот такие вот мелкие детали, переброс цвета тормозит меня, поэтому уходим на фон, так сказать, тактика. Хитрость маленькая. Вот, поэтому я хочу домик сделать, а потом уже буду переходить туда левее на работу. Вот такие вот у меня продвижения. В общем-то, 16-й шаг готов. Надеюсь, у девчонок тоже будет готово. Ну, я вам желаю вдохновения и красивых крестиков. Еще у меня тут в отчете Лена спрашивала, что это за борозда. Лен, я знаю, ну, то есть это просто такой залом образовался, он не отутюжился, и поэтому я пока так вышиваю, и, наверное, буду скоро переставлять канву, то есть я ее уже переставила по высоте, вот уже была здесь, уже выше я переставила, и внизу у меня вот уже фундамент другого домика, точнее деревья этого домика. Ну, в общем, я вот так вот пока не распорола,
Просто я не знаю, мне вообще понадобится пороть или нет. И если понадобится, то ничего страшного. Я сделаю. Ну и потом буду утюжить. В принципе, при вышивке эта борозда, она мне как бы не мешает. Вот. А при утюжке я это все поправлю, то есть оно все выровняется, никаких проблем не будет с этим. Это меня не пугает вообще. С учетом, что я не знаю, где окажется конкретная работа. Останется ли она у меня дома, или я ее подарю. И кому я ее подарю. В общем, желаю всем вдохновения. Выживайте. Интересуйтесь вышивкой, расширяйте свой кругозор и до новых встреч. 17-й шаг, он еще не закончился. Ха-ха-ха, сегодня 16-е. Еще не закончился, через полчасика эфир. Ну, как мы договаривались, я вот строила крышу и должна была строить веранду. Девочки, я уже ее строю, 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 строю. Там простудилась, ладно. Ну вот получается у меня 429 крестиков. Ну что ж делать? Что делать? Идти на фон опять. Хорошо, хоть фон есть. Поэтому это было маленькое включение о том, как я медленно, но уверенно могу построить. Как ее называется, эта штука, веранда. Но мне просто надо иногда отдыхать на небе. Заборов тут, слава богу, нету, поэтому просто на фоне поотдыхаю. Ну, в смысле, шаг надо сделать 800 крестиков, пока половина готова. Поэтому до следующего включения. 18-й шаг. Игра 300 крестиков и больше. Почему я закрываю работу? Потому что я забыла ее снять. Так, 18-й шаг. Подруга должна была дать норму. От 300 до 1000. Поэтому Алена Хилтунин была... Она сама вызвалась. Провела рекламу, что она добрая. И все такое будет не сильно усложнять мне жизнь. Поэтому сегодня вечером она мне дала 555 крестиков. Я вышла больше. 642. Так. И, в общем, где-то в таком вот виде было у меня вышито. И ты дышишь. Вы видите 600 крестиков. Ну, если бы не вот эти две штучки, я бы не особо видела. А так я вот вышла и сюда еще забрела на фон. Можно было фоном справиться, но я пока его не трогаю. Потом покусаю, буду отдыхать. Сложный участок, но вы сами видите. Поближе. Покажу вам. Так вот. Видите, много всяких одиночек. Одиночки присутствуют. Вот они. Поэтому, ну, такое. То есть это реально одиночками пошито. Все, по-моему, без перетяжек. Насколько я помню, вот тоже. Сейчас. Чик. Хочу ближе показывать. То все начнут писать, что у меня просветы. Да, у меня просветы, я в курсе. Потому что я вышиваю на 20-й аиде в одну нить. Только бленды в две нити. Так, сейчас посмотрим, где тут есть бленды. Вот такие пухлики. Это и есть бленды. Их мало тут. 4 только бленда, поэтому ну, нормально. Вот бленд тоже. В общем, такое вот получается на за один день даже меньше я начала вышивать.
7 часов. Задание я получила без 4 минут. Задание где-то получила в 7:05. То есть я успела выше там 13 крестиков. Думаю, вдруг она мне 1000. Доброта, она всякая бывает. Так, все, я останавливаю. 4:35. Но я хочу отметить, что я еще готовила еду. Американскую картошку. Да, это странное блюдо, но оно получилось, в общем. Это вам не жареная картошка. Это американская жареная картошка на завтрак. В общем, кто знает, тот знает. Так что я еще чуть-чуть повышиваю сегодня и пойду отдыхать. Вам вдохновение. Так, всем привет. Сегодня 20 марта. 19 шаг в игре 300 крестиков и больше. Я вам покажу, что есть у меня сейчас на домике. Я, честно говоря, уже устала колупать вот это вот что-то непонятное. Поэтому у меня вот есть над чем поработать. Сейчас у меня стоит 225 оттенок в игле. Я точно так же, как вот этот цвет, я опущу вниз и потом буду уже прорисовывать между blend. Как это выглядит на схеме. Вот я вам покажу, как это выглядит. Вот, сейчас я постараюсь уменьшить. В общем, тут достаточно цвета. Вот я его, вот как вот он идет, я его сначала попробую по центру все пройтись, а потом уже здесь заполнить. И потом уже остальные цвета дополнять. Так, на сейчас у меня... Так. Сейчас, секундочку. Ну вот, у меня спринт уже начат. Я вот 19 шаг забила. Сейчас у меня уже почти 42 тысячи крестиков. Мне надо вышить 820, потому что задание 19 шага надо взять палитру ДМС, выбрать свой любимый оттенок, посмотреть, какая там цифра. В моем случае это 820. Если цифра состоит из 4 цифр, число, да, из 4 цифр, значит, делится на 2. И до 22 марта надо это все выжить. Но если, так сказать, участник считает, что это слишком большое для него, то есть получается, что он может выжить просто 300 крестиков. Так что я желаю всем нам успеха. Он точно будет, поэтому до следующего включения. 19 шаг. Итак, я вернулась. Сегодня 21 марта. Мой 19 шаг готов. Напомню, это должно было быть 820 крестиков. Зачем я напоминаю, если вы и так будете смотреть. Ну ладно, не важно. Значит, я немного увлеклась, получилось 1226. Сначала шло все сложно, но потом я набрала скорость. И, короче, вот так выглядит пока домик. И я вышивала вот здесь. Помните, здесь была такая штучка какая-то полукруглая. Вот я ее заполнила и тут вниз пошла. Вот так вот выглядит мой 19 шаг. И, честно говоря, я планирую уйти в ту часть работы. Ну, планировать это не означает, что сделать. Сейчас посмотрим, что у нас там было вчера
Ну, в принципе, вчера я 844 сделала крестика, ну, в сутках. Сегодня уже 22 на планшете. А, ну, у меня тут разница 3 минуты. В общем, неважно. 21 я снимаю вечером. Я вышла только что один блендик. Вот так вот выглядит домик сдалека. Сейчас вот он сфокусировалась. Сейчас я нахожусь... Высота это у меня где-то 150. Да, плюс-минус где-то вот так вот 150 вот здесь. Наверное. Так, 150. Ну вот этот вот тут край заканчивается, да, значка. Это как раз 160-170. То есть вот это вот ниже, это уже 170-я вниз пойдет клетка. Поэтому и вышито у меня, кстати, по статистике. Так, это... я еще тот пользователь Саги. Я как всегда, вместо того, чтобы зайти в статистику, надо свернуть все. Так, по статистике у меня уже 39% готово работы, 43 тысячи. Ну, нормально, нормально, наверное. Думаю, что все идет по плану. Так что, короче, не надо путать отчет с игрой. В общем, девчонки, вышивайте. Давайте не скучать, пока мы будем пару недель дома. Погода восстанавливается. Как раз без напряга помоем себе окна дома. Надеюсь. Поэтому всех благодарю за просмотр. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии. Буду рада вас увидеть именно там. До новых встреч. Пока. Игра 300 крестиков и больше, 20 шаг. Сегодня 22 марта, только что закончился эфир, где было задание на 20 шаг. Вот я уже принт себе создала. У меня получается 36 иголок сейчас вот здесь вот находится из 44. Поэтому у меня 360 плюс 300, получается 660 крестиков. Мне надо сделать до среды, до вечера. Я буду вышивать вот с этой стороны. Что конкретно я буду вышивать, я точно не знаю, потому что я то тут поколупаюсь, то сюда перейду, то тут поколупаюсь, то сюда перейду. Почему я так делаю, я тоже не знаю. Но я надеюсь, что прогресс будет виден. Потому что предыдущие 700 крестиков я тут сделала. Их, короче, не особо было видно. Я даже делала специально фотку. Ну ладно. Я желаю вам удачи. И до следующего включения.